В Актобе вторые сутки ищут пропавшего при странных обстоятельствах 4-летнего мальчика. На поиски брошены силы военнослужащих, нацгвардии, полиции, спасателей и многочисленных волонтеров. Добровольцы всю ночь прочесывали район, где живет Данил Ахунов. Но никаких следов так и не нашли. Была полностью прочесана все люки, канализации, подвалы. Все, что было вообще возможно, было прочесать. Все было прочесано. Что еще? Расклеили более 1000 ориентировок по городу. Вообще абсолютно ничего. Будто вот мальчик испарился, и все. Никакой зацепки нету. Никто его не видел, не слышал. Последний раз мальчик был с отцом вчера утром. В полиции мужчина объяснил, что оставил ребенка возле подъезда и пошел за сигаретами в магазин. Когда вернулся, сына уже не нашел. Сейчас в городе идут полномасштабные поиски. Повсюду развешаны ориентировки. 4-летний Данил – один из тройни. У него есть еще брат и сестра. При этом мать лишена родительских прав. Тройняшки живут с отцом и бабушкой в общежитии. После пропажи Данила остальных малышей забрали в дом ребенка. Сейчас оба родителя дают показания в полиции. В квартире, где жил мальчик, пока остается только бабушка. Я всю пенсию на них тратила. Крупы, молоко, все. Потому что он стремился, чтобы дети не росли сиротами в детдоме, при живых родителях. Уйдем, что бардак, берн, отлуки, ром, красная краска, отпечатка. Им идет, одеял, все забрать, чтобы найти улику. Вот так вот. Но действительно, ребенок был возле подъезда и пропал. Да, да. Они говорят, неправда, неправда.